Легкий ручной сканер для линейных и двухмерных кодов. В этом видео мы распакуем сканер Imager от компании DataLogic, модель QD2430BKK1. В комплекте с устройством идет провод с коннектором USB, инструкции и гарантийный талон. Итак, перед нами ручной сканер Imager, выполненный в пластиковом корпусе черного цвета. Его габариты 16 на 4 на 9 сантиметров. Сканер достаточно легкий, весит всего 145 граммов. Предназначен он для считывания линейных и двухмерных кодов, так что подойдет для выполнения стандартных задач на кассе или на складе. Сканер проводной, может подключаться к компьютерам и ноутбукам через USB, не требуя установки софта. Во время работы сканера срабатывает цветовая и звуковая индикация. Тон звука можно настроить. Зеленый индикатор сверху подскажет, что код считался успешно. Активация сканера происходит с помощью синей кнопки на корпусе. Код считывается на расстоянии до 20 сантиметров, при угле наклона до 60 градусов и любом угле поворота. В Imager предусмотрена мягкая подсветка темно-красного цвета и два синих индикатора. Это позволяет быстро и точно считать код с плоской или неровной поверхности, а также бережет глаза оператора, снижая их усталость. А когда сканер не задействован, его можно установить на подставку. Что в итоге? Этот простой в управлении сканер Imager пригодится на кассе розничного магазина или на складе. Он отсканирует распечатанные линейные коды или двухмерные коды с экранов смартфонов. Благодаря особой системе подсветки он считывает коды быстро и точно, при этом не нагружая глаз оператора.